У меня нет голоса. Хотя нет, у меня нет голоса. Говорят люди, которые подразумевают, что у них нет голоса, потому что у них голос тихий, слабый. Их, в принципе, никто не слышит, и они, когда говорят, даже на них никто не обращает внимания. Конечно же, причина этому основная – это то, что они не знают, кто они, чего они хотят в этой жизни. Они скромные очень, забитые, зажатые. То есть общество их давит. Это общество может быть семья или любимые друзья, которые не понимают, что они давят на человека и заставляют его делать то, что он не хочет на самом деле. А этот человек не знает, как сказать, что он не хочет. Поэтому у него действительно нет голоса в данной ситуации, на него давит. Но чтобы это вылечить, нужно понять, кто вы, что вы хотите, чего вы умеете, в чем вы сильны, в чем вы прекрасны. И, конечно же, тогда ваш голос расцветет, как прекрасный бутон розы.